The Tsar Bomba, a Soviet nuclear bomb, codenamed Ivan, was the most powerful nuclear weapon ever created and tested. The testing of this bomb would be the Soviets' declaration of nuclear competence to the United States, which held superiority over the USSR in the nuclear weapons race. In order to drop and survive the largest nuclear bomb, the Soviets modified a Tu-95V bomber for the test. Весь корпус самолета и даже лопасти его винтов окрашивались особой защитной краской, предохраняющей от светового воздействия взрыва. Для определения теплового и ударного импульсов на самолет устанавливаются измерительные приборы. A Tu-16 aircraft was also fitted out with monitoring instruments and would accompany the Tu-95 and record the results of the blast. Размещены приемная радиотелеметрическая аппаратура, самописцы давления ударной волны, осциллографы регистрации мощности взрыва по минимуму свечения, аппаратура для записи показаний приборов на магнитную ленту. Снаружи крепились кинокамеры для съемок явления взрыва с воздуха. Устанавливались калориметры для замера тепловых потоков. Узел связи аэродрома. В его сооружениях пункт радиотелеграфной связи. Аппаратура для радиотелефонных переговоров. Автоматическая радиостанция – одна из самых мощных на севере нашей страны. Все это позволило организовать систему надежной дублированной связи между пунктами, обеспечивающими проведение испытания, которые находились на значительном расстоянии друг от друга. The bomb was to be tested in remote Novaya Zemlya, an archipelago in the Arctic Ocean in northern Russia. Государственный испытательный полигон номер 6 Министерства обороны СССР, на котором должен был производиться взрыв бомбы, расположен на Новой Земле. Район Белушья и Губы – основная база полигона. Здесь размещаются штаб, научные подразделения, лаборатории и вспомогательные службы. A command center was set up 260 kilometers from the test site on Belushia Bay with another site, D8, significantly closer at 90 kilometers from the blast. Заседание Государственной комиссии по проведению испытаний. Производится оценка общей обстановки, складывающиеся в районе испытания к назначенному времени взрыва. Окончательно уточняется трасса и условия полета самолета-носителя. На Новой Земле еще раз проверяются условия безопасности от последствий взрыва для районов, расположенных вне территории испытательного полигона. Анализ данных, из которых складывается общая обстановка к моменту взрыва, дает уверенность в том, что распространение ударной волны будет ограничено, а зона возможных разрушений у земной поверхности минимальной. Утро 30 октября. Носитель готов к старту. Последний инструктаж экипажей.
командный пункт аэродрома. Приближается время старта. Разрешен запуск моторов. Заработали турбовинтовые двигатели. Взлет разрешен. On 30th of October 1961, at 9:30 a.m., a specially modified Tupolev Tu-95V bomber, under the command of Major Andrei Agorovich Durnovtsev, departed Olenogorsk Air Base carrying 9 crew. The Tu-95 was accompanied by a Tupolev Tu-16 instrumentation ship, which would act as a flying laboratory to monitor the blast. This was the Soviet Union's 130th nuclear weapons test. A single RDS-220, a three-stage radiation implosion thermonuclear bomb. The bomb was variously known as Big Ivan or Tsar Bomba, King of Bombs. At 11:33 a.m., 15 kilometers north of the Mityushka Strait on Novaya Zemlya, from an altitude of 10,500 meters, the 27-ton bomb was dropped with a parachute. The parachute would allow the aircraft to gain enough distance from the blast to avoid damage. The bomb fell for 3 minutes and 8 seconds before detonating at 4,000 meters. Программный автомат принял сигнал «Сброс» и выдает команды запуска аппаратуры опытного поля. Точно по расчету сработала парашютная система. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров. 45 seconds after detonation, the nuclear cloud reached a height of 30 kilometers, spreading outward, reaching a maximum of 95 kilometers wide and 67 kilometers high, well above the stratosphere. The fireball at detonation reached 8 kilometers wide. However, the bomb's shockwave bouncing off the Earth's surface prevented the fireball from reaching the ground. The shockwave circled the globe 3 times in the atmosphere, and similarly in the Earth's crust. The aircraft that had dropped the bomb was approximately 39 kilometers away from ground zero at the time of the explosion. As it continued to fly away from the blast, the shock waves finally caught up to the bomber at a distance of 115 kilometers, 8 minutes 20 seconds after they had released the bomb. The aircraft dropped a kilometer in altitude because of the shock wave, but was able to recover and was not unduly damaged. Big Ivan had yielded an estimated 57 megatons of energy, the largest nuclear weapon detonation in history. All buildings in the town of Seveny, 55 kilometers from ground zero, were destroyed. Wooden buildings as far as 200 kilometers were destroyed or heavily damaged. In an analysis of the blast, 97% of the energy yield was produced by fusion, and relative to the size of the explosion, very little fallout was produced. However, increased radioactivity did accumulate in the glaciers of Novaya Zemlya. According to the 2015 expedition, due to nuclear tests, the glaciers of Novaya Zemlya are 65 to 130 times more radioactive than the background in neighboring areas, including contamination from the tests of this particularly large bomb, the King of Bombs.